Что, зябко? Очень. Я, знаете, даже не думал, что у нас тут так холодно. Из-за границ, что ли? Да, из Швейцарии. Эй, квич вас! И долго вы там пробыли? Более 4 лет. Меня лечиться туда посылали. Ну и что ж, вылечили? Нет, не вылечили. Денег-то должно быть, даром переплатили. Истинная правда, сударь. Только все русские силы даром к себе переводят. О, как вы в моем случае ошибаетесь. Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю. Но мой доктор мне еще на дорогу сюда дал. Да 2 почти года там на свой счет содержал. Что ж, платить некому, что ли, было? Да господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Вот так вот с тем и приехал. Куда ж приехали-то? То есть, где остановлюсь? Да не знаю еще, право. Так... Не решились еще. И не бойся, в этом узелке вся ваша суть заключается. Об заклад готов биться, что так, об заклад. Да, действительно, кроме этого узелка ничего другого у меня нет. А позвольте, с кем имеем честь? Князь Лев Николаевич Мышкин. Князь? И вы что же, князь, наукам там обучались? Да, учился. А я вот... Ничему никогда не обучался. Так ведь и я так кое-чему только. Рогожиных знаете? Нет, не знаю. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы Рогожин? Да, я Рогожин, Парфен. Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожинов? Ну, тех самых. Господи, да ведь это того самого Семена Прокофьевича Рогожина, что с месяц тому назад по мне, дай бог, царство небесное, и 2,5 миллиона капитала оставил. Ну, чего ему, Господи. Скажите, пожалуйста. Да ведь я ж тебе ни копейки не дам, хоть ты тут верх ногами передо мной ходи. Не буду ходить, Эш, да ведь не дам, и не дам. И не давай. Ты хоть целую не неделю давай. Пляши, не и дам. Так мне не надо, не давай, а я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а перед тобой буду плясать. Фу, черт. 5 недель назад... Я вот, как и вы, с одним узелком от родителя в Псков бег, к тетке. Да там с горячки и слег. А папаша без меня и помер. Кондрашка пришиб. Ух, вечная память покойник. А ведь он меня тогда чуть было не убил. Верите ли, князь, вот ей-богу, не убеги я тогда, раз бы пришиб. Вы его, наверное, чем-нибудь рассердили. Да, я действительно через одну девицу тогда родителя раздражил. Через Настасью Филипповну попутал грех. Через Настасью Филипповну? Ты ведь не знаешь. А может, и знаю. Какая же я тебе скажу, ты наглая тварь, да мало ли Настасья Филипповна. Вот вы, ваша светлость, укорять меня изволите. А ведь она та самая Настасья Филипповна, есть Барашкова, что живет с некоим Тотским, с Афанасьем Ивановичем, помещиком и раскапиталистом. О, черт, да ведь он и впрямь все знает. Лебеди все знает. А теперь этот самый Тотский не знает, как отвязаться от этой барыни, потому достиг почтенных лет и имеет намерение жениться на одной из дочек генерала Япончина. Вот-вот, все так и есть. Ну, сударь, запоет у нас теперь Настасья Филипповна. Ух, как запоет! Потому 2,5... Слушай, тварь, если ты еще хоть одно слово молвишь о Настасье Филипповне, то я тебя высеку. Сяки, коли высекешь, значит, не отвергнешь. Высек, и тем запечатлелся. Санкт-Петербург, господа! Санкт-Петербург! Прощай, князь.
Не знаю за что, но полюбил я тебя. Может, от того, что в эту минуту встретил. Да ведь вот и его встретил, а не полюбил. Приходи ко мне, князь, одену я на тебя кунью шубу, фрак тебе сошью первейший. Щеблетиски тебе куплю новые. Набью твои карманы полны денег, и поедем мы с тобой к Настасье Филипповне. Идешь? Не упускайте, князь! Ух, не упускайте! С величайшим удовлетворением приду. Вы мне тоже очень понравились. Ну вот и приехали. Прощай, князь. Непременно приходи. Ступай за мной, строка. Слушай, ваше почтение. Что, почтеннейший, это и есть дом генерала Ильичина? Он самый, сударь, он самый и есть. Я князь Мышкин, хотел бы видеть его превосходительство. Извольте. Спасибо. Князь Мышкин. Так-с. Чем же могу служить? Дела неотлагательного я никакого не имею. Цель моя была просто познакомиться с вами. Прошу. Для знакомства вообще я мало времени имею. Но так как вы, конечно, имеете свою цель, то... Я так и предчувствовал. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, никакой другой цели у меня нет. Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное. Но я никак не могу разглядеть между нами общего, так сказать, причины. Причин нет, бесспорно. Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга тоже из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Однако ж, повод мой в этом только и заключается. Я, знаете ли, года 4 в России не был. В людях хороших нуждаюсь. Даже вот и дело одно имею, но не знаю, куда сунуться. А слышал, что вы люди хорошие. О, очень благодарен. Позвольте узнать, где остановились. Я еще нигде не остановился. А, значит, прямо из вагона ко мне. И с поклажей. Да поклажу со мной всего один только маленький узелок с бельем. Ну, а номер успею и вечером занять. А вы все еще имеете намерение номер занять? Да, конечно. А я было думал, что вы уж так прямо ко мне. Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Ну, стало быть, кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтобы уж разом все разъяснить. Так что насчет родственности между нами и слова не может быть. Хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно. То стало быть... То стало быть, мне уходить. Ну что ж, может быть, оно так и надо. Ну, прощайте. Извините, что обеспокоил. А знаете, князь, постойте. Может быть, Елизавета Прокофьевна захочет посмотреть на однофамильца?
Подождите, если хотите, коли у вас время терпит. О, у меня время терпит, у меня время совершенно мое. Я, признаться, так и рассчитывал, что Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Ну вот и хорошо. А сколько вам лет, князь? 26. Имеете вы хотя бы некоторые состояния? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Вы извините, что я так. Помилуйте, я ваш вопрос очень понимаю. Но никакого состояния я не имею, и никаких занятий тоже. А чем же вы намереваетесь прожить? Трудиться как-нибудь хотел. О, да вы философ. А, впрочем, знаете за собой таланты, способности хотя бы некоторые? Да нет, думаю, что ни талантов, ни особых способностей я не имею. И у вас в России решительно никого. Теперь никого, но я надеюсь, притом я получил письмо. Ну, по крайней мере, вы чему-нибудь обучались. Грамоту знаете, писать без ошибок можете. Очень могу. Прекрасно. А почерк? О, почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, талант. В этом я просто каллиграф. Дайте мне что-нибудь, я вам напишу для пробы. Сделайте одолжение. Ганя, дай, пожалуйста, бумагу и перо. Вот, князь, бумага. Перо, чернила. Прошу вас. Покажите свой талант. Вот и вам все-таки. Что это? Ба, Настасья Филипповна. Это она сама тебе прислала? Сама? Сейчас, когда я был у нее с поздравлением дала. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Помню, помню, еще бы 25 лет, день ее рождения. Знаешь, Ганя, я уж так и быть тебе открою. Сегодня у себя вечером она обещала сказать свое последнее слово. Быть или не быть, так смотри же, приготовься. Это она вам сама сказала? Да, да, третьего дня мне, Афанасий Иванович. Только тебе просил до времени передавать. Вспомните, Иван Федорович, что она дала мне полную свободу до тех пор, пока не решит. Да и тогда все еще последнее слово за мной. Как? Разве ты? Я ничего. Помила, что ж ты с нами-то хочешь делать? Это ведь я же не отказываюсь. Еще бы! Ты-то отказывался! Такая женщина! Да ты же должен радоваться! Я, Иван Федорович, может быть, не так выразился. Выразился. Ну, хорошо. А что у тебя дома слышно? Как мать, сестра? Да что дома? Мать плачет, сестра злится. Но я им прямо сказал, что господин своей судьбы и желаю, чтобы дома меня слушались. А я, братец ты мой, продолжаю не постигать. Выходит, что им будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто, в чем может Настасью Филипповну укорить? Ну, неужели то, что она когда-то с Троцким жила? Ну, ведь это, милый мой, такой вздор. И как этого не понимать? Как не понимать? Они понимают, Иван Федорович, вы на них не сердитесь. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все успокоятся. Так это Настасья Филипповна. Удивительно хороша. Как Настасья Филипповна? Разве вы уже знаете Настасью Филипповну? Да, всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю. Мне давеча в поезде о ней один купец рассказывал, Парфен Рогожин. Вот еще новости. Вероятно, одно только безобразие. Я уже что-то слышал о нем. Да я, брат, слышал. Не вышло бы тут какого-нибудь анекдота. Как вам показалось, князь, что это серьезный какой-нибудь человек или только так? Безобразник? Не знаю, как вам сказать. Только мне показалось, что в нем много страсти. И даже какой-то больной страсти. Вам так показалось? Да, так показалось. Вот видите, этот анекдот может произойти еще сегодня же. Да, пожалуй. А уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет. А ведь вы знаете, Иван Федорович, какова она иногда. То есть какова же? Послушай, Ганя. Ты уж, пожалуйста, я сегодня много не противоречь. И постарайся, так знаешь, быть, но одним словом, быть по душе. Хм. Что это ты так рот кривишь? Ты что, не доверяешь, что ли, мне? Я, брат, насчет своей выгоды из этого дела давно обеспечен. Решение Троцкого о браке с моей Александрой бесповоротно. Если я чего желаю теперь, так это только твоей пользы.
Ты человек умный, мы на тебя понадеемся, это... И это главное. Ну да, ум главное. А если не хочешь жениться, то так скажи, и милости просим. И никто вас, Гаврила Ардалионович, не удерживает, никто в капкан не тащит. Я хочу. Ну-с, что тут у вас? Вот. О, да ведь это же пропись. Да и пропись-то редкая. Посмотри-ка, Ганя, каков талант, а? Смиренный игумен Пафнутий руку приложил. Да вы, батюшка, не просто каллиграф. Вы артист, а, Гань? Удивительно. Смейся, смейся, а ведь тут карьера. Да вам прямо с первого шага можно 35 рублей в месяц положить, а? О, однако уже половина первого. Ну, к делу, князь. Присядьте-ка на минутку. Местечко в канцелярии я вам приищу не тугое, но потребует аккуратности. Далее. Судя по вашему виду, кошелек ваш, очевидно, пуст. То для первоначала позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся. Теперь насчет дальнейшего. В доме вот этого самого молодого моего друга маменька и его сестрица сдают комнаты. Надеюсь, Гань, ты ничего не имеешь против? О, напротив, и мамаша будет очень рада. Ну вот видите, так как же вы, князь, довольны или нет? Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек. А-а-а. Тем более, что я совсем и не просил. Ну, если уж вы так добры, то вот у меня одно дело. Ну, извините, теперь ни минуты боли не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне. Если она пожелает принять вас, то советую воспользоваться случаем и понравиться. Ну, а если не примет, то не взыщите. Да, да, Ганя, взгляни-ка пока на эти счета. Ну! Нравится такая женщина, князь? Удивительное лицо. И мне почему-то кажется, что она ужасно страдала. Об этом глаза говорят. А лицо гордое, ужасно гордое. Вот только не знаю, добра ли она. Ах, кабы добра. Все было бы хорошо. А женились бы вы на такой женщине, князь? Я не могу жениться. Я нездоров. А Рогожин? Рогожин женился бы, как вы думаете? Да что ж, жениться, я думаю, женился бы. А через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее. Что с вами? Ваше сиятельство, ее превосходительство просит вас пожаловать в гостиную. Нет, 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 вы только посмотрите на него. Он почти как ребенок. С ним можно даже в жмурки играть. Впрочем, образован, воспитан, но немного, кажется, простоват. Я бы вас просил, душа моя, покормить его и проэкзаменовать. Проэкзаменовать? Ах, мой друг, ну не придавай такого смыслу.
Да вот он и сам. Вот, рекомендую. Князь Мышкин, последний вроде. Однофамилец и, может быть, даже родственник. Примите и обласкайте. А я, извините, опоздал, спешу. Да, Аглая, дайте ему ваш альбом, пусть он вам там напишет. Какой он каллиграф, прямо на редкость. Он у меня так расчеркнулся старинным почерком, игумен Пафнутий руку приложил. Талант! Талант! Ну, до свидания. Иван Федорович, Иван Федорович, куда же вы? Я граф, граф, князь, до свидания. Знаю я, к какому он графу. Ну, что бишь там? Какой игумен? Игумен Пафнутий. Пафнутий? Это интересно. Ну, что же он? Мама. Не мешайте, сударыня. Князь, садитесь сюда, вот в это кресло. И рассказывайте, какой игумен. Игумен Пафнутий жил в 14-м столетии, правил пустыню на Волге. Был известен святой жизнью, ездил в Орду. В Орду? Ну да, в татарскую Орду. И подписался там под одной грамотой. Я видел снимок с этой подписи. Мне очень почерк понравился, я его заучил. Садитесь, князь, вот сюда, к камину, и рассказывайте. Мне нравится, как вы рассказываете. Только, может быть, вы вспомните что-нибудь поинтереснее Пафнутия. Ну, начинайте. Начинайте, князь, начинайте. Но, мама, ведь это очень странно. Я бы так ничего не рассказала. Что ж тут странного, я не понимаю. Язык есть. А чего не рассказать? Ну, начинайте, князь, начинайте. Но я, право, не знаю, о чем. Расскажите, князь, о том, как вы были влюблены. Я не был никогда влюблен. Я был счастлив иначе. Вы умеете быть счастливым? Да. Ну как же? Расскажите, князь. Расскажите. Расскажите. Это очень интересно. Расскажите, князь. Хорошо, я вам расскажу. Ее звали Мари. Она была из той деревни, где я жил. Ой, если бы вы знали, какое это было несчастное создание. Слабая, худенькая, больная девушка. Она поденно работала по домам. Мыла полы, убирала скот, стирала белье. Однажды один проезжий французский комми соблазнил ее и увез с собой. А через неделю где-то на дороге бросил одно и уехал. Обратно Мари вернулась вся в лохмотьях. Ноги ее были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и раньше была собой нехороша. Глаза только были тихие, добрые, невинные. И молчалива была ужасно. Но когда она вернулась больная, истерзанная, то никакого-то к ней сострадания не было ни в ком. Ах, какие на этом свете жестокие люди! Когда Мария вернулась в деревню, то все побежали на нее смотреть. Бежали старики, женщины, девушки и даже дети. А Мари голодная, оборванная, лежала у входа в избу перед матерью и горько плакала. А люди глядели на нее, как на гадину. Молодые смеялись, старики осуждали, женщины бранили и презирали. А мать ее сидела на пороге, кивала головой
и одобряла все это. Простите, что я так долго говорил про свои чувства. Я понимаю, что это стыдно. Но когда я вошел сюда и увидел ваши лица, у меня в первый раз за все это время стало легко и радостно на душе. А какие же у нас такие лица, князь? Извольте, я скажу. У вас, Аделаида Ивановна, лицо, как у доброй сестры. Кроме того, что вы хороши собой, вы умеете просто и весело подойти к человеку и узнать его сердце. У вас, Александра Ивановна, очень милое, прекрасное лицо, но есть в нем какая-то тайная грусть. И хоть душа ваша и добрейшая, но вы не веселы. А про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, я могу сказать только одно. Вы ребенок, совершенный ребенок во всем хорошем и во всем дурном. Браво, браво, князь. Вы угадали. Я действительно ребенок. И ваш характер, считаю, совершенно сходным с моим. Только вы мужчина, а я женщина. И в Швейцарии не была. Вот и вся разница. Однако, князь, что же вы про Аглаю ничего не сказали? Да-да, почему же? Почему же? Ведь она заметна, наша Аглая. О, да, очень заметна. Вы так хороши, Аглая Ивановна, что на вас боишься смотреть. И только? А свойства, свойства? Что же вы ничего, князь, не сказали о свойствах? Красоту трудно судить. Красота – загадка. Это значит, князь, вы задали Аглае загадку? Отгадай-ка, Аглая. А хороша она, князь? Хороша? Ну, хороша? Чрезвычайно. Почти как Настасья Филипповна. Кто? Какая Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Давеча Гаврила Ардальонович Ивану Федоровичу портрет показывал. Портрет? Какой там еще портрет? Я хочу его видеть. Сделайте одолжение, князь Голубчик. Пойдите в кабинет и принесите этот портрет. Хорошо. Да, и скажите, что я хочу его посмотреть. Портрет. Портрет. Мама. Мама. Простите, Лизавета Прокофьевна просила показать им портрет Настасьи Филипповны. Что? Зачем вам было болтать про этот портрет? Не знаете вы ничего. Иди вон. Виноват, я совершенно не думавший. Так просто к слову пришлось. Я сказал, что Аглая Ивановна почти так же хороша, как Настасья Филипповна. Далась вам эта Настасья Филипповна! Черт, болтун! Послушайте, князь, у меня до вас огромная просьба есть, но я право не знаю. Мне, видите ли, ужасно нужно поговорить с Аглаей Ивановной. Я написал ей несколько слов на всякий случай, и вот не знаю, как передать. Не возьметесь ли вы передать, князь, но только ей самой. Так, чтобы никто не заметил, понимаете? Мне это не совсем приятно. Постойте, князь, мне крайняя надобность. Простите, я не... И поверьте, что я в самом крайнем, крайнем случае мог обратиться к вам. Ну, прошу вас, князь. Ну, хорошо, я передам. Благодарю вас, но только чтобы никто не заметил, хорошо? Я никому не скажу. Благодарю вас, князь.
Да, князь! И вот что, князь, записка не запечатана, и я надеюсь, что вы... Будьте покойны, я не прочту. Одно слово, одно ее слово, я все порву. Просил меня вам передать записку. Да, хороша. Очень даже. Так вы такую-то красоту цените, князь. Да, такую. То есть именно такую? Именно такую. За что же, позвольте вас спросить? В этом лице страдания много. Вы, кажется, бредите, голубчик. Позвать ко мне Гаврила Ардальоновича. Но, мама, я хочу ему два слова сказать. И довольно. У нас, видите ли, князь, здесь теперь все какие-то секреты. Этикет какой-то глупый. Это в таком деле, в котором требуется как можно больше ясности, честности, откровенности. Начинаются какие-то странные браки. Не нравятся мне эти браки. Вот идет еще один брачный союз. Здравствуйте. Вы вступаете в брак? Брак? Какой брак? Вы женитесь, спрашиваю я. Я? Да-да, вы. Я нет, не женюсь. Нет, вы сказали нет, очень хорошо. Я буду помнить, что сегодня, в среду, на мой вопрос вы мне ответили нет. Что сегодня, среда? Кажется, среда, мама. Никогда не помню дней. А какое число? 27-е. 27-е. Хорошо. Прощайте. У вас, кажется, много занятий. До свидания, князь голубчик. Заходи почаще. Всегда буду рада тебя видеть. Возьмите ваш портрет. Пошли. Князь, я сейчас домой. Если вы не переменили намерение жить у нас, то я вас доведу. Благодарю вас. Прощайте. Постойте, князь. Вы мне еще в альбом напишете. Папа сказал, что вы прекрасный каллиграф. С удовольствием. Подождите, я вам сейчас принесу. Что я женюсь. Бесстыдный вы болтунишка. Уверяю вас, что вы ошибаетесь. Я и не знал, что вы женитесь. Вы слышали давеча, как Иван Федорович говорил. Вот вы и передали. Жете вы! Откуда же они могли узнать? Кто же, черт возьми, мог им передать? Но это вам лучше знать, кто им передал. Вот, князь, выберите страницу и напишите что-нибудь. Слушаюсь. Вот перо. Ничего, что стальное. Каллиграфы, я слышала, стальными не пишут. Ничего.
слово, одно только слово от вас, и я спасен. Однако, что же мне вам написать? А я вам сейчас продиктую. Пишите. Я торги не вступаю. Написали? Теперь поставьте число и месяц. Покажите. Превосходно. Вы удивительно написали. У вас чудесный почерк. Благодарю вас. Будьте добры, князь. Пойдемте со мной. Я хочу вам подарить кое-что на память. Пойдемте. Я же знаю, что вы не читали. Читайте вслух. Сегодня решится моя судьба. Скажите мне, разорви все, и я все порву. В этом слове я и спрашиваю только признак вашего участия ко мне, и только. После вашего слова я вновь приму мою бедность. Я с радостью стану переносить мое отчаянное положение. Довольно. Этот человек уверяет, что слово «разорвите все» меня не скомпрометирует и не обяжет ничем. И сам, как видите, дает мне в этом письменную гарантию. Хотя он, впрочем, знает, если бы он разорвал все сам, один, не ожидая моего слова, не говоря мне об этом, я, наверное, стала бы его другом. Но у него грязная душа. Он хочет, чтобы я ему взамен 100 000 на себя надежду дала. Он дерзок и бесстыден. Отдайте ему эту записку назад. А что же сказать ему в ответ? Ничего. Это самый лучший ответ. Да. Вы, стало быть, хотите жить в его доме? Мне давеча сам Иван Федорович отрекомендовал. Так берегитесь его, князь. Он вам теперь не простит, что вы возвратите ему его записку. Прощайте. А где же ваши вещи? Да никаких вещей, кроме этого узелка, у меня нет. У нас все прислуги, одна кухарка, так что мне приходится помогать. Значит, вы сегодня прямо из Швейцарии? Да, из Швейцарии. А хорошо там? Очень.
Наверное, горы. Да, горы. Ну вот и все. Да. Обедают у нас в половине пятого. Можете обедать с нами, а можете у себя. Это как вам угодно. Фердыщенко. Ну так что же? Жилец. А, хотите познакомиться? Ой. У вас деньги есть? Немного. Сколько именно? 25 рублей. О, покажите-ка. Довольно странно. Отчего вы им буреть? Эти 25-рублевые иногда ужасно буреют. А другие, напротив, совсем линяют. Возьмите. Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, так как я непременно буду просить. Хорошо. Во-вторых, вы платить здесь намерены? Ну, а как же? А я не намерен. Генерала здешнего видели? Нет. И не слышали? Так когда же? Ну, так увидите и услышите. Скажите, разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А? А почему же нет? Ох. Прощайте. Я здесь налево, вторая дверь. Ко мне прошу не заходить. А я к вам буду непременно. Адью. Ваш превосходитель, чуть. Он. Он. Как живой. Слышу, повторяют знакомое дорогое имя и припомнил безвозвратное прошлое. Князь Мышкин. Точно так. Генерал Иволгин. Отставной и несчастный. Ваше имя, отчество, смею спросить? Лев Николаевич. Так-то. Сын моего друга, можно сказать, товарища детства, Николая Петровича. Да, но моего отца звали Николаем Львовичем. Как? Львовичем. Львович, Львович, голубчик, да я же вас... На руках носил. Да что вы говорите? Да. Но мой отец уже 20 лет как умер. Да, 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 да. 20. 20 лет и 3 месяца. Молодой человек, как же -с? Вместе учились. Да-с. Стало быть, вы к нам жить? Да на некоторое время, быть может. Ну что ж. Прекрасно, прекрасно. А нет ли у вас, голубчик, красненькой?
тут, знаете ли, одно дело, и мне до зарезу нужно бы, а? К сожалению, 10 рублей у меня нет. Но вот есть 25. А? Вы их разменяете и сдайте мне 15. О, без сомнения. Благодарю вас, князь, и будьте уверены, я сейчас же, да. Как истинный друг отца вашего, желаю предупредить, у меня в доме трагедия. Приготовляется брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. И эту женщину, боже ты, хотят ввести в мой дом, но пока я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге. И пусть они перешагнут через мой труп. Ардалион Александрович. Вообрази, мой друг. Оказывается, я нянчил князя на моих руках. Князь, сделайте одолжение. Зайдите ко мне в гостиную. С удовольствием. Вы, князь, должны будете много извинить моему мужу, если у нас останетесь. Прошу вас. Согласитесь сами. У всякого есть свои недостатки и свои особенные черты. Об одном буду вас очень просить. Если Ардалион Александрович обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. Что это, Варь? Гане подарок от нее самой. Вечером у них все решится. Сегодня вечером. Что ж, видно, надежд больше нет никаких. Я хотела вас спросить, князь, давно ли вы знаете моего сына? Я к тому, собственно, что давеча Ганя на мой вопрос о вас отвечал мне, что вы все знаете, и церемониться с вами нечего. Что же это все? То есть я хотела знать, в какой мере? Значит, сегодня, Ганя? Что, маменька, сегодня? А, понимаю. Вы уже и тут наболтали, князь. Да что у вас, болезнь, что ли, какая, что вы удержаться не можете? Да поймите же, наконец, ваше сиятельство, что это... Это я виноват, Ганя. Я Варваре Ардальоновне рассказал. Пусть знает. Дело ведь почти покончено. Если все кончено, то, разумеется, Иван Петрович прав. И не хмурься, пожалуйста. И не раздражайся. Уверяю тебя. Я вполне уже всему покорился. Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры. Ах, опять она. Клянусь вам, маменька, кто бы ни перешел через наш порог, я настаю на полнейшем к вам уважении. Ты же знаешь, Ганя, что я не о себе беспокоюсь. Единственное мое желание, чтобы ты был счастлив. Ах, маменька. Вот, говорят, у вас сегодня вечером все кончится. Что же кончится-то? Сегодня вечером у себя она обещала объявить о нашей свадьбе. Ну как же, Ганя? Как же это может быть, когда... Ты ее не любишь. Неужели ты ее такую... Ну, какую, маменька, такую? Опытную, что ли? Я не так хотела выразиться.
Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза? Неужели ты мой сын? Вы опять увлеклись, маменька, и не вытерпели. Ну почему вы думаете, что я ее обманываю? Почему? Это все Варя, все она. Вон, как она на меня смотрит. Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда немедленно выйду. Из упрямства фыркаешь, из упрямства. Из упрямства и замуж за Птицына не выходит. Дурак ты! А мне наплевать, Варвара Ардалионовна. Угодно хоть сейчас исполняйте ваше намерение. Боже милосердный! Хоть сейчас исполняйте! Надоели! Вы мне с вашим фырканьем надоели! Все надоели! Как, князь? Наконец-то вы решаетесь нас оставить? Ваня! Я... Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты не вмешивалась в мои дела! Мои дела! Мерзкие твои дела! Как ты смеешь, Луч? Как ты смеешь? Уйдите, маменька! Подлез ты, Ганька! И вы тоже! Когда стучаться? Ну, теперь шубу уронил. Олух, прогнать тебя надо. Ступай, доложи. Ну, зачем ты шубу-то несешь? Да ты что, сумасшедший, что ли? Куда ты идешь? Докладывать. Настасью Филипповну. Почему ты меня знаешь? Я тебя никогда не видала. Ну что ты мычишь, как идиот? Ступай, докладывай. Подожди. Что это у вас там за крики? Броняться. Настасья Филипповна! Как Настасья Филипповна? Вот она! Радуйся, Ганька! Молчи! Наконец-то удалось войти! Зачем это вы колокольчик привязываете? Настасья Филипповна! Я чуть не замерзла в ваших дверях. Я глубоко... Познакомьте же меня, пожалуйста. Да-да-да, конечно, пожалуйста. Варя, познакомься. Это Настасья Филипповна, а это моя сестра. Очень приятно. А это моя маменька. Маменька, познакомьтесь. Очень рада, дорогая, выразить вам свое особое удовольствие. Я тоже очень рада. Угу. Это ваша гостиная. А где ваш кабинет? Вот здесь. Ну что ж, очень мило. А где ваши жильцы? Вы ведь, говорят, жильцов содержите. Хотя где же тут жильцов-то держать? Вам и без того, наверное, тесно. А выгодно это, Нина Александровна, жильцов-то держать? Хлопотливо несколько. Разумеется, должна быть выгода. Впрочем, мы только начали. Настасья Филипповна! Чердыщенко! Вы-то как здесь очутились? Я здесь жилец, Настасья Филипповна, нахлебник-с. Ем, сплю, а денег не плачу. А этот господин тоже жилец? Нет, это мой друг Птицын Иван Петрович. Боже мой, какое у вас лицо! Вы посмотрите,
какое у него опрокинутое лицо. Выпейте воды и не глядите так, не глядите. Да что вы, князь? Доктор, что ли? Настасья Филипповна, разрешите рекомендовать вам. Это предрагоценный субъект. Это князь Мышкин. Князь? Он князь? Вообразите, а я его давеча в передней за лакея приняла. Да чуть ли не бронила вас, князь. Простите, пожалуйста. Какой князь? Какой? Мышкин, идиот. Скажите, князь, а почему же вы давеча не разуверили меня, когда я в вас так ужасно ошиблась? Да я... Я удивился, увидя так вас, как-то так вдруг, сразу. Удивились? А как же вы узнали, что я – это я? Где вы видели меня прежде? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеняющего? Давеча, меня ваш портрет поразил. А потом я с Япончинами про вас говорил. А рано утром мне рассказывал про вас Парфен Рогожин. А как же вы меня узнали? По портрету. И еще? А еще потому, что вот именно такой вас и воображал. Я вас будто где-то видел. Где? Где вы меня могли видеть? И ваши глаза я точно где-то видел. Хотя нет, этого не может быть. Это я так. Может быть, во сне? Ай да князь! Вот это мален, хитрец! О! А вот ты сам генерал! Честь семей представиться! Генерал Иволгин. Мерси. Старый несчастный солдат и отец семейства. Счастливо надеждой заключить себе такую прелестную. Такую прелестную особу. Да уведите вы его отсюда, маменька. Слышал я, сударыня, что сын мой... Да, сын ваш хорош, хорош. Да и вы тоже, папенька. Почему вы никогда не бываете у меня? Что, вы сами прячетесь или вас сын прячет? Ах, голубушка! Дети 19 века и их родители. Настасья Филипповна, отпустите, пожалуйста, Ардалёна Александровича. Его спрашивают. Отпустить? Помилуйте, я так много слышала о генерале. Так давно желала его видеть. И потом, какие у него дела? Ведь он в отставке. Вы ведь в отставке, генерал? На склоне лес. По трагической катастрофе, вследствие подлости друга моего, у которого теперь мой сын Гайки, в лакеях служит. Маменька! Я даю вам слово, Настасья Филипповна, что Ардалён Александрович придет и все вам расскажет. А сейчас он нуждается в отдыхе. Ардалён Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе. Друг мой. Папенька, уйдемте отсюда, уйдемте. Ах, дочь моя. Адье. Папенька! Thank you.
взял Парфенора Гожина. Стало быть, правда. Значит, конец. Ну, Ганька, ответишь же ты мне теперь. Но позвольте, господа, по какому праву вы... Вот я тебе сейчас покажу, по какому праву. Осторожнее! Моя мать и сестра! Известно, что мать и сестра. Однако, черт возьми, кто вы такие, что вам угодно? Ишь, не узнает. Рогожина не узнал. Я, положим, с вами где-то встречался. Где-то встречался. Я ж тебе только месяц назад 500 рублей отцовских проиграл. Ты меня затащил, а дружок твой передергивал. О, свидетели. Да. Вот. Да. Да покажи я тебе сейчас 3 целковых, так ты на Васильевский за ними поползешь на карачках. Лебедев. Yes. Поползет? Поползет! Поползет! А я теперь приехал тебя за деньги купить. Ты не смотри, что я в таком тулупе. У меня, брат, денег много. Захочу тебя со всем твоим живьем куплю. Всех вас куплю! Все куплю! Все! Настасья Филипповна, не прогоните. Скажите, венчаетесь вы с ним или нет? Что это с вами? И с какой стати вы вздумали меня об этом спрашивать? Совсем нет. Нет? Нет? Так нет же! Нет! Они мне сказали, что вы с ним обручились. Да разве это можно? С ним-то, с Ганькой, да я его за 100 рублей куплю. Ну, дам ему 1000, ну, 2, ну, 3. Так он накануне свадьбы сбежит. А невесту всю мне оставит. И так, Ганька, подлец. Ступай вон отсюда! Ты пьяный! Денег схвати прямо на стол! Деньги давай! Эрна, чиновник! Эрна, пьяница! Эй, вы! Тихо! Настасья Филипповна, вот, 18 000. 18 000 мне? Еще будут. Все будет. Вот сейчас купец-то и скажется. Так 40 же! 40 000, а не 18! 40 000 и все на стол! Вот! 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 Дешево ценишь, Рогожин! За меня вон Ганечки 75 дают! А коли так, 100! 100! Сегодня же 100 000 приставлю! Птицын! Птицын! Птицын, процентная душа! Выручай, руки нагреешь! Пьяно думается, где ты находишься! Спьяна ты и врет все! Так не вру же! Не вру! Сегодня же к вечеру все 100 000 будут! Птицын, процентная душа! Выручай! Бери, что хочешь! Позвольте, господа! Однако, что здесь такое происходит? Это еще что за чучело? Едем, старик, с нами, пьян будешь! Подло! Подло! Папенька, родненький,
Уйдите отсюда! Да неужели же среди вас всех не найдется ни одного человека, чтобы эту бесстыжую отсюда вывести? Это меня-то бесстыжей называют. Вон как ваша сестрица третирует меня, Гаврила Ардальоныч. Что ты сделала? Что ты сделала? Что сделала? Да уж не прощение ли просить у нее за то, что она твою мать оскорбила? Да ты... И твой дом срамить приехала! Низкий ты человек! Тьфу, эта девушка! Ты дрянь! Полноте, довольна. Да до каких пор ты мне будешь дорогу переступать? Идет! Ничего. Пусть мне. А ее все-таки не дам. О, как вы будете стыдиться своего поступка. Будешь стыдиться, Ганька. Будешь каяться, что такую овцу обидел. Князь, душа моя, да ты-то зачем сюда попал? Да плюнь ты на них, брось их. Едем с нами. Эх, узнаешь, как любит Рогожин. Едемте, ваше сельство. Стыдно. Разве вы такая, какою здесь представились? Да может ли это быть? А я ведь, право, где-то видела ваше лицо. Прощайте, князь. Я ведь и в самом деле не такая. Нина Александровна, простите меня. Простите. Настасья Филипповна! Я провожу вас! Нет, не провожайте меня, не надо! Непременно приходите вечером! А, вот так! Князь.
князь. Я сделал подлость. Простите меня. Простите, князь. Простите, голубчик. Ну, хотите, я перед вами на колени стану? Хотите? Что вы делаете? Зачем же вы так? Не надо. Как же так можно? Встаньте. Простите же, наконец. Какой вы? Ну, не надо так. Успокойтесь. Ну, сядьте. Прошу вас, успокойтесь. Вот так. Я, знаете, никак не думал, что вы такой. Я думал, что вы не способны. Повиниться-то? Ну, почему же, коли виноват? Вам бы еще у сестрицы вашей прощения попросите, а? Ну, нет, вот этого не будет. В нашей семье искренне не прощают, князь. Они здесь думают, что я сам не понимаю, на какой стыд, на какие муки я иду из этих проклятых денег. А зачем же вы это делаете? Зачем вы хотите погубить и себя, и ее? В этом деле у меня свой расчет, князь. Своя капитальная цель. Вы думаете, что я на те 75 тысяч, которые получу за Настасьи Филипповны, сейчас же карету куплю? Или квартиру отделаю? Нет, дудки-с. Когда я их получу, я третьегодний старый сюртук донашивать стану. Все свои клубные знакомства брошу. И таким, знаете ли, отъявленным ростовщиком заделаюсь, что лет через 15 все скажут: вот он, Иволгин, король иудейский. Это моя главная страсть жизни, князь. Я, наверное, дурно делаю, князь, что вам так доверяюсь, но вы первый из благородных людей, с которым я говорю по сердцу. Здесь ужасно мало честных людей. А подлецы любят честных. Вы этого не знали? А впрочем, чем я подлец, скажите по совести? Почему меня все подлецом считают? Я вас подлецом не считаю.
Вы, по-моему, самый обыкновенный человек. Только очень слабый и нисколько не оригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обидней, как сказать человеку нашего времени, что он не оригинален, обыкновенен и без особых талантов. Вы думаете, меня генерал Епанчин по злобе обижает? Нет, потому что я ничтожен и обыкновенен. Вот это-то меня и бесит. Вот почему я так страстно хочу денег. Денег, денег, денег! Ой, если я наживу деньги, я буду в высшей степени оригинален и талантлив, и умен. Деньги тем подлее, тем ненавистней, что они дают человеку все, все, все. И так будет до скончания мира. Ну, довольно. Мне пора на званный вечер. Кстати, князь, мне показалось, что Настасья Филипповна что-то вам уж слишком нравится, а? Да, нравится. Неужто влюбились? Нет. А весь покраснел и страдает. Ну, ничего, не буду смеяться, не буду, князь. Ну, до свидания. А знаете, князь, ведь она женщина вполне добродетельная, можете этому верить. А что касается слухов, что она живет с Тоцким, так это неправда. Это было давно-давно. Ну, прощайте, князь. По Невскому гуляла прелестная Катрин. Thank you.
И вот, когда увидев все прелести Катрин, к ней подошел с поклоном солидный господин. Он что-то говорил ей, согнувшись весь в дугу. А что шептал он даме? Что шептал он? Что шептал он даме? А что? Что шептал он даме? Сказать я не могу. А что шептал он даме? Сказать я не могу. Не знаю, что сказала Катрин ему в ответ, но ждал их у Данона отдельный кабинет. И видно, не осталось проказница в долгу. А что меж ними было? Интересно. А что меж ними было? Что меж ними было? Сказать я не могу. А что меж ними было? Сказать я не могу. Браво, браво, прелест. Я весьма сожалею, князь, что давеча в попыхах забыла пригласить вас. И очень рада, что вы доставляете мне возможность поблагодарить вас за вашу решимость. Вы простите меня, но мне так захотелось прийти к вам. Не просите прощения. Этим нарушится вся странность и оригинальность вашего появления. Идемте. Вас все совершенство. Даже то, что вы худые и бледны. Это вы меня-то за совершенство почитаете? Вас. Вы хоть и мастер угадывать, князь, однако ж на этот раз ошиблись. И я сегодня же вам об этом напомню. Разрешите, господа, представить вам моего нового знакомого и хорошего друга, князя Льва Николаевича Мышкина. Идемте, князь. Знакомьтесь, князь. Иван Федорович Епанчин. О, мы давно уже с князем знакомы. Афанасий Иванович Тоцкий. Прошу вас. Ай, князь, князь, не ожидал я, голубчик, от вас таких пруэсов, не ожидал. Судя по тому, что князь покраснел, как невинная девица, я заключаю, что он, как благородный юноша, питает в своем сердце самые похвальные намерения. Однако, господа, что же удивительного в появлении князя? Дело, как мне кажется, ясное. Дело говорит само за себя. Дело слишком ясное. Я хорошо помню, какое впечатление произвел сегодня на князя портрет Настасьи Филипповны. К тому же вечером сегодня он и сам мне признался. Я не делал вам никаких признаний. Я только ответил на ваш вопрос. Браво, браво, князь. Не очень остроумно, зато искренне. Перестаньте кривляться, Фердыщенко. Давайте выпьем, господа. Может быть, нам станет веселей. Князь, выпейте со мной, князь. Я ужасно хочу быть сегодня пьяной. У вас как будто маленькая лихорадка. Даже большая, а не маленькая. А не дать ли нам хозяйке покой, господа? Ну что? А да, господа, уже поздно. Нет, нет, господа, я прошу вас остаться. Ваше присутствие для меня сейчас крайне необходимо. Князь! Князь, вот здесь мои старые друзья. Генерал, да Афанасий Иванович. Все замуж меня выдать хотят. Так скажите, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как вы сейчас скажете, так...
так я и сделаю. А за кого? За Гаврилу Ардальонча Иволгина. Нет, не выходите. Ну, так тому и быть. Вы слышали, Гаврил Ардальонович, что решил князь? Так в том вам мой ответ. И пусть это дело будет кончено раз и навсегда, господа. Но позвольте, Настасья Филипповна, ну как же? Настасья Филипповна, голубушка, что же вы делаете? Да, Настенька, что? Да это вы, господа, как всполохнулись. И какие вдруг у вас лица? Боже мой. Но, Настасья Филипповна, вспомните, вы же дали обещание. Какое обещание? Вполне добровольное. И могли бы отчасти и пощадить. Пощадите его, Настасья Филипповна. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но одним словом теперь, сейчас, в такую минуту. Да вот именно в такую минуту. При людях все это так несерьезно, так неожиданно кончить. А дело ведь здесь серьезное. Дело чести и сердца, от которого, как вы знаете, зависит, можно сказать, мое будущее, мой брак. Я не понимаю вас, Афанасий Иванович. Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? А потом, почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы же слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы он «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся жизнь моя на волоске висела. Да при чем? При чем тут князь? И что такое, наконец, князь? А князь для меня то, что я в него первого. За всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Мне остается только поблагодарить Настасью Филипповну за ту чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила. Это, конечно, так тому и следовало быть. Но князь, князь в этом деле... До 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Да, Афанасий Иванович, я забыла добавить. Вы эти 75 тысяч себе возьмите. И знаете, что я вас отпускаю на волю даром. Настасья Филипповна, ну зачем? Афанасий Иванович, генерал! Да? Возьмите и вы ваши подарки. Супруги, супруги ваши подарите. Настасья Филипповна! А с завтрашнего дня, господа, я совсем с этой квартиры съезжаю. И больше уже не будет вечеров, господа. Все кончено, господа. Все кончено. Прощайте. Настасья, Настасья, потрясающе. А это развязка. Это развязка, господа. Прошу вас не волноваться. Настасья Филипповна, что такое? Бог знает, что делается. Человек 15 болелось. Все хмельные. Говорят, что какой-то Рогожин и сюда просится. Пропустите их всех тотчас же. Неужто всех, Настасья Филипповна? Ведь совсем безобразные. Прямо страсть. Всех, всех пропустите, девушки, и не бойтесь, а то сами войдут. Господа, вы, может быть, обижаетесь, что я такую компанию при вас принимаю? Впрочем, кто боится, я не задерживаю. Да что, Настасья, что вы это говорите, Настасья Филипповна? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. И я. Я? И я. Благодарю вас, господа. Садитесь. Как вы думаете, Афанасий Иванович, не сошла ли она с ума, а? То есть без аллегории, а таким настоящим медицинским манером. Ах, мой друг, я же вам говорил, что она всегда к этому наклонна была. А. К тому же лихорадка. Тихо, господа. Идет сам Парфен Рогожин. Thank you.
Что это такое? 100 000. Сдержал таки слово. Садитесь, пожалуйста. А кто с вами? Давешняя компания? Так точно, все давешние. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Садитесь, садитесь, не стесняйтесь. Вот здесь на диване можно. Вот здесь свободные кресла. Садитесь, садитесь. Проходите, садитесь. Катя, Даша, подайте всем шампанского. Это, господа, 100 000. Давеча вот он торговал меня. Начал с 18, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот эти 100. Это у Ганечки было. Я приехала с визитом в мое будущее семейство, а его сестрица мне в глаза крикнула, что я бесстыжая. А Ганечке в лицо плюнула. Настасья Филипповна! Что такое, генерал? Настасья Филипповна, да как вам? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то. Вот же перед вами пришел, да и положил на стол 100 000. И, наверное, у них там тройки стоят. Меня ожидают. Так точно, ожидают. Ну вот, видите, как быстро у них. Во 100 000 оценил меня Рогожин. 100 000! Настенька, голубушка, да неужели ты с таким черномазом хочешь отправиться, да хотя бы и за 100 000? Да возьми ты эти деньги, гони его к чертям. Эх, я бы на твоем месте всех их вон отсюда, вон отсюда! Не кричи, Дарья Алексеевна. Я все это не сердясь говорила. Я ведь и впрямь не могу понять, как это я в честную семью войти хотела. Дурь, наверное, нашла какая-то. А ты-то, Ганя, да неужто ты меня мог взять в жены, зная, что вот он, твой генерал, чуть ли не накануне свадьбы мне бриллианты дарит? А я беру их. А Рогожин-то, ведь он же в твоем доме при твоей матери торговал меня, а ты все-таки свататься приехал. Да ты же ненавидишь меня. Ненавидишь, я знаю. И неужели про тебя правду сказали, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползал? Ком доползешь? Да ползет. Точно. И добро бы с голоду помирал. А то ведь жалование хорошее получаешь. Нет, я верю, что такой, как ты, за деньги зарежет. Вас всех теперь такая жажда на деньги обуяла, что вы словно одурели все. Вы ли это, Настасья Филипповна? Вы такая деликатная, с такими тонкими мышцами, и вдруг, боже мой, какой язык. А теперь в охмелю, генерал. Сегодня мой день, мой високосный день. А видите, господа, вон этого букетника. Вон он за занавеской прячется. Я не прячусь, Настасья Филипповна. Я просто так считаю ваше поведение несколько неудобным. А ведь он, наверное, меня еще виноватой перед собой считает. Как же на воспитание взял, как графиню содержал, честного мужа приискал. Чего же мне еще? Да я, Афанасий Иванович, давно бы уж замуж-то выйти могла. И не только что за вашего Ганечку. Да очень уж мерзко. Нет, нет уж, лучше на улицу. И разгуляться.
со Строгожиным и завтра же в прачке. Потому что ведь на мне-то ничего своего. Уйду, все ему брошу. А без этого, ну кто меня возьмет? На меня вон и Фердыщенко-то не возьмет. Фердыщенко не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный. А вот князь Мышкин возьмет. Вы вон взгляните на него. Я давно за ним наблюдаю. Правда, князь? Да. Правда. Возьмете как есть, без ничего. Возьму, Настасья Филипповна. Вот еще нашелся. Он ведь и впрямь от доброго сердца. А чем жить-то будешь, князь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя? Я вас честную беру, а не Рогожинскую. Это я-то честная? Да, вы. Ну, это там из романов. Старые бредни. А нынче свет поумнел. Да и куда тебе жениться-то? За тобой еще за самим няньку нужно. Я ничего еще не знаю, это правда. Но я сочту, что это вы мне, а не я вам сделаю честь. Я ведь ничто, а вы страдали. И из такого ада чистое вышли. А это много. О, как это много. Вы вот господину Тоцкому 75 тысяч отдали. И говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я умру за вас. И никому не позволю про вас плохого слова сказать. А если мы будем бедны, я работать буду. А может быть, мы и не будем бедны, а очень богаты. Я не знаю, впрочем, наверное. Хотя я получил, господа, письмо в Швейцарии от одного господина Саласкина, где он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Уж не бредит ли он, господа? А вот это письмо. Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина. Да. Это очень известный в своем кругу человек. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку его знаю. Разрешите посмотреть письмо. Может быть, я смогу вам что-нибудь и сказать. Что же это такое, господа? Да неужто наследство, а? Верное дело, господа. Да быть этого не может. Князь Лев Николаевич получает по завещанию своей тетушки 1,5 миллиона, а то, пожалуй, и больше. Поздравляю вас, князь. Ай да последний вроде Мышкина. Благодарю вас, господа. Благодарю вас. Благодарю вас. Неужто в самом деле княгиня разрядка неожиданная? А я ведь, Дарья, не так ожидала. Ну и с Богом, матушка, пора. Нечего пропускать-то. Бери его, хватай. Князь! Князь! Идите сюда. Садитесь со мной, князь. Вот так. Что же вы, господа, стоите? Поздравьте меня с князем. С удовольствием, господа! Опоздал, Рогожин! Убирай свою пачку! Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя буду. Ступись, князь, отступись. Это для тебя-то отступиться. Да ведь, князь, ты ее замуж берешь. И я беру, сейчас же, сию минуту беру. Все отдам, все, отступись, князь. Ишь ты, пьяный из кабака, гнать тебя надо. Отступись,
Тихо, князь! Христом Бога молю! Отступись, князь! Князь, отступись! Видишь, князь, как твою невесту мужик торгует. Он вас очень любит. А не стыдно тебе будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были, Настасья Филипповна. Вы и теперь в лихорадке. И не постыдишься, когда тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила. Нет, 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 не постыжусь. Вы ведь не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Нет, никогда. Смотри, князь, за всю жизнь не ручайся. Я, может... Смешон сейчас, Настасья Филипповна. Но я сказал правду. Вы ни в чем не виноваты. И я буду уважать вас всю жизнь. Всю жизнь. Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил. Меня только... торговали. А замуж никто еще из порядочных людей не сватал. Спасибо. Вы слышали, господа, что говорил сейчас князь? Ведь это почти неприлично. А? Не правда ли? Афанасий Иванович, Рогожин, ты погоди уходить-то. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты меня куда везти-то хотел? В Екатеринбург, на тройках с бубенцами. Да ты что, матушка, с ума что ли сошла? Что с тобой? А ты впрямь, Дарья, думала, что я собираюсь эдакого-то младенца сгубить? Это Афанасию Ивановичу впору. Он ведь младенцев любит. Это он меня сиротой подобрал и сгубил, когда мне еще 16 лет не было. Собирайся, Рогожин. Едем. Неужели? Да неужели вы, Настасья Филипповна? А ты думал, нет? Я, может быть, и сама гордая, князь. Да ведь чего ты меня совершенством назвал? А я уличная. Уличная. Едем, Рогожин. Готовь свою пачку. Едем. Живо! Катя, Саша, подайте мне шубу! Перестаньте, генерал! Припасай вина, Рогожин! Я пить буду, а музыка будет! Будет, королева, будет! Все будет! Куда ты нас вся помнишь? Не подходи, моя! Все мое! Не подходи! Да ты что орешь-то? Я ведь с тебя еще денег-то не взяла! Давай их сюда. Вот в этой-то пачке есть 100 000. Какая мерзость. Смотри, князь, смотри. Твоя невеста деньги у Рогожина взяла. Что ты? Что ты, князь? Что ты плачешь-то? Борька, что ли? А ты смеешься? Смеется, по-моему. Лучше сейчас одуматься, чем потом. А то ведь фердыщенки-то пальцами на тебя показывать будут. Да ты не боишься. Да я-то буду бояться, что загубила тебя. Я клянусь, клянусь вам, Настасья Филипповна. Нет, нет, не надо, не клянись, не клянись, не надо. Да как глупо-то было бы. Нет уж, лучше давай простимся по-доброму. А то ведь я и сама мечтательница. Разве я тебе не мечтала? Давно мечтала. Еще в деревне, когда у Тоцкого одна денешенька взаперти была.
бывало. И вот все такого, как ты воображал. Хорошего, доброго, честного. Что придет друг, да и скажет: вы не виноваты, Настенька. Я вас обожаю. Да так размечтаешься. Так размечтаешься, что с ума сойдешь. Потом приедет этот букетчик, опозорит и разобидит. Так тысячу раз пруд кинуть не хотела. Подлая была, души не хватало. Ну а теперь... Рогожин готов! Готов! Готовы, готовы! Прощай, князь. Первый раз человека видел. Спасибо тебе. Накинь моток, Катенька. Да неужто вы нас совсем покидаете? Настасья Филипповна, куда же пойдете-то? Куда пойдете-то? На улицу пойду, там мое место. Прощайте, милые. Не поминайте меня лихом. Прощайте, господа! Наши быстрее! Ганя! Ганя! Послушай, Ганя! Я вознаградить тебя хочу! Потому зачем тебе все это терять? Рогожин! Доползет он на Васильевской за три целковых. Доползет, королева, доползет. Ну так слушай, Гаврил Ардальонович, видишь эту пачку? Дней 100 000. Я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех говорю, все свидетели. И как только огонь обхватит ее всю, ты полезай в камин и голыми руками тащи эту пачку из огня. Вытащишь! Твоя! Все 100 000 твои! А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. А не полезешь, так и сгорят. Никого не подпущу. Мои ли это деньги, Рогожин? Твои, радость, твои, королева. Ну так не мешать. Что хочу, то и делаю. Фердыщенко, поправьте огонь. Нет, нет, я не могу, Настасья Филипповна, руки не поднимаются. Эх, вы! Я уже хорошо. А не связать ли нам ее? Господа, с ума ведь сошла, буквально сошла. Я вам всегда говорил, что она колоритная женщина. Какой там к черту колоритный сумасшедший, уверяю вас, сумасшедший. Гляди, Ганька, гляди, я бросаю. Всемогущая! Ведь там 100 000! 100 000! Повели мне в огонь, королева! Весь влезу, голову уложу! Больная жена без ног! 13 человек! Матушка! Матушка! Душа! Ай да королева! Вот это по-нашему! Ну, господа мазурики! Кто из вас способен на такую штуку, а? Кто же ты стоишь, Ганечка? Полезай! Не стыдись, а то ведь повесишься после. И я не шучу. Разрешите за 100 000, зубами выйти. Я за 500. За 500, мои дамы, за 500. Я! Господи! 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 Как грех! Матушка! Королева в
Плачь, плачь, Ольга. Смотри. Господи, почти целехонько, целехонько. Только немножко попортилось. Собачка его! Ганина! Слышали, господа? Я отдаю ее в вознаграждение. Ничего, очнется. Вон он уже приходит в себя. Ну, Рогожин, теперь марш. Прощайте, господа. Прощай, князь. Прощайте, Афанасий Иванович! Мерси! Это же Содом! Содом, господа! Князь! Князь, куда ты? Князь, голубчик! Опомнись! Разве теперь тебе она нужна? Брось, как отец говорю, брось! Не купи себя, не позорь! Идите! Идиот! Идиот! Настась Филипповна! Стойте! Куда же вы? Настась Филипповна, остановитесь! Стойте! Куда же вы?